орфографический конкурс, научно-популярные лекции и конкурс чтецов. Именно такую программу праздника представил Институт филологии и межкультурной коммуникации в этом году. Причем стоит отметить, что мероприятие в честь Международного дня родного языка не направлено на чествование великого и могучего русского языка. Разнообразие родных языков можно заметить, например, на конкурсе чтецов, где студенты зачитывали произведения на родных языках. Несмотря на то, что мы стремимся все к такому понятию, как глобализация, очень важным является понятие сохранения родного языка. Для каждого из нас есть свой родной язык, с которым связано очень многое. Это культура, это малая родина. В рамках мероприятия доцент кафедры провела лекцию про многоязычие на территории Республики Татарстан. Происходит взаимосвязь языка, взаимосвязь культур, взаимосвязь искусств. И об этом мы тоже скажем. Занимательной частью мероприятия стал так называемый spell battle. Участникам предстояло соревноваться в произношении сразу в двух языках – русском и английском. Произнести слово по буквам и не ошибиться в написании и произношении. На первый взгляд задание довольно простое, но чем ближе к финалу батла, тем труднее слова. Но, как говорится, игра стоит свеч. Лучших студентов в конкурсе чтецов и батле произношения наградили за отличные результаты. Роберт Хасанов, Амир Юлдашев, Универньюз.